Сергей Абузитович, провели товарищеский матч с Гродненским Неманом. Какие были задачи на эту игру и всего ли удалось добиться? Потому что любой контрольный матч – это задача взаимодействия футболистов в обороне и атаке. В футболе составляющие две – атака и оборона. Задача была ноль сзади, там, как всегда, забивать. Это во всех матчах. А сейчас в сегодняшнем матче задача тоже стояла, но мы понимали, что у нас 4 дня было тяжелейшая очень работа, и 3 горки сделали, и в целом интенсивно очень ребята, честно говоря, выходили с большим уровнем крепатуры на матч по плану. Вот, поэтому мы, как бы, сейчас такая рутинная тяжелая работа идет. Вот. Ну, в целом, как бы, если брать по счету, то мы обыграли 3-0. Вот, забили свои мячи, но были ошибки, конечно, но опять же лоскутно, потому что это сборы сейчас. На сборах понятно, сыграть качественно 90-й матч только когда ты свежий, когда ты подготовлен, когда ты подведен к матчу, когда ты календарный матч подводим команду, она свежая, она держит темп, целостность и так далее. А здесь ясно, что есть 15 минут хорошего футбола, потом провал. Не узнать ошибки всего того, что игрок вроде думает, что сейчас может, а на самом деле тело не позволяет. Я молод душой, но тело придать. Поэтому так по плану все. Индивидуальные моменты посмотрели, футболистов нового посмотрели. В частности, кто приехал к нам. Вот так в целом рабочий момент. Рутинная работа называется.